Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия Вика. Сегодня у нас болталка небольшая, я давно планировала с вами поговорить. Сегодня хотела пройтись по городу и при этом поговорить, показать интересные места. Но у нас такой бешеный ветер, поэтому поговорить при ходьбе я не рискнула. Вот. А показываю это видео, у меня снято уже давно. Я ездила на Новый год в Литомишл. Это тот город, с которого начиналась моя Чехия, да, и я ездила туда на Новый год. Не была там лет 10, как минимум, если не больше. Вот. Ничего не изменилось вообще. Вот как я, девчонки меня правильно поправили, что... Город под охраной ЮНЕСКО, да, я неправильно сказала, все правильно, мне правильно, как бы, вы сейчас, я сняла и замок, который именно представляет эту ценность этого города, как бы, который под охраной. Но поговорить я вам, с вами хотела о другом, девчонки, это параллельно, раз уж у меня этот город снят, и я в нем была, и я вам его просто показываю, кто не был в Чехии, можете посмотреть на карте, город называется Литомишл. Вот, а поговорить я с вами хотела по делу. Такой у меня сегодня нервный день немножечко, у меня такой мандраж, завтра у меня операция, и видео я выложу в день операции. Мне нужна ваша моральная поддержка, просто мысленно пожелайте мне удачи. Ничего страшного, операция эстетическая, я себе решила все-таки потратить деньги на себя. Кои-то веки, потому что у меня вечно то ремонты, то переезды, то еще то мебель, то, о господи. Вот, и вот так вот получилось. Дети мне к Рождеству подарочек подогнали. Вот, я себе приплатила. Ну, в общем, решила сделать блефаропластику обеих. Раз уж я решилась туда, и верхнего, и нижнего века. Вот, хочу быть красивой, все-таки, наверное, мы, девочки, этого заслуживаем. И если есть возможность, наверное, все-таки надо это делать, потому что у меня знакомых много сделала. Если кто-то из вас делал, то напишите мне ваше мнение. Хотя уже в тот момент, когда я выложу это видео, то я уже буду как раз... После операции, вот. Ну, в общем, не важно, я не жалуюсь ничего, это просто я так захотела, вернее, мне хочется все-таки, мы девочки, нам хочется выглядеть по-человечески, вот. Поговорить я хотела совершенно о другом, это почему я разговорное видео решила, потому что мне нужно просто поговорить с кем-то, потому что я в стрессе из-за завтрашней операции, вот. Поэтому решила сегодня разговорное, ну, вот, наложила, вот, на видео этого города, да, это мы с подругой идем, вот это центр как раз, маленький городок, центры в Чехии, в принципе, это везде, в таких маленьких городках одинаковые вот эти сохраненные дома, вот, там дальше будет замочек, о чем я хотела с вами поговорить, параллельно я буду вам рассказывать там, что там, у нас в фильме происходит, да, ну, вот представьте, что мы с вами гуляем просто по городу, я ничего не ускоряю, ничего, просто вот так, естественной походкой мы с вами идем, девчонки. Вот, а поговорить я хотела о том, что пришла к выводу, все-таки я как котенок упиралась, пришла к выводу, что все-таки, девчонки, мне нужен помощник, но не справляюсь я. Тот объем, как бы, того всего, что я делаю, я, понимаете, что я вяжу, я снимаю, я монтирую, я не успеваю сделать это качественно, вот, и понимаю, что все-таки, наверное, с помощником мне будет проще, я буду больше, как бы, уделять времени качеству видео, да, больше там именно тому, что я делаю, да, а не думать о том, что мне еще это видео нужно смонтировать. К чему я веду? Девчонки, предлагаю
Я в любом случае, я уверена, вот какой бы я вопрос ни задала вам, я обязательно получу ответ или отклик. Это я уже убедилась, что среди вас все разные, разносторонние, образованные, умные люди. И чтобы меня не волновало, какой бы вопрос меня не волновал, мне нужно просто спросить у вас. Мне не нужен Google и Википедия. Мне нужно обратиться к вам. Все. Вот, что, с каким вопросом? Видите, какой красивый, аккуратный городок. Может, кто-то из вас имеет представление о творческой студии YouTube, да? Я думаю, сейчас очень многие пробовали либо свой канал, либо ознакомливались, кто-то и курсы заканчивал, так как я. Если кто-то умеет это делать. На данном этапе, сейчас, в данный момент, я бы хотела найти кого-то, вот мне не нужно сейчас монтировать видео, хотя я планирую, сейчас я расскажу сначала в первую очередь, что я хочу от вас. Значит, такие фрески прямо на доме. Сейчас я хочу как кого-то, не умеющего монтировать, умеющего красиво писать. Вот я смотрю, очень играет роль, правильно сделать название, описание. Вот описание я же вообще не удивляю внимания. Мне нужен человек, который пишет, да, не снимает, а пишет именно. Что конкретно я хочу от человека? Сделать описание к видео, возможно, название подкорректировать и прописать субтитры. Все. На данном этапе все. То есть эта работа, в принципе, может кто-то на пенсии, может кто-то с ребеночком и имеет представление о творческой студии YouTube, пожалуйста, напишите мне, напишите, я под видео выложу свой номер телефона в любой мессенджер, в любую социальную, в социальных сетях я могу потерять, а вот мессенджер, я думаю, я не потеряю, я не обещаю больших денег, ну и занятость тоже небольшая, это всего лишь там, допустим, час в день, да, потому что видео у меня выходят через день, некоторые видео, которые у меня есть на канале, тоже я хочу к ним сделать субтитры, чтобы потом их перевести на другие языки, потому что просят, у меня очень сильно просят, если раньше эта функция там была автоматическая, то сейчас ее просто нет, что очень жаль. Вот, я раньше корректировала сама субтитры, но раньше у меня и видео были по 5 минут и по 10 минут, понимаете, а сейчас, ну, просто не успеваю, потому что это, вот, именно писать, я должна отложить вязание и писать, а вот это я не могу, я могу монтировать и вязать, я могу там что угодно делать и вязать, но вот писать и вязать я не могу, поэтому в этом смысле, и я не люблю это делать, это как раз и не мое, совершенно не мое. Поэтому мне нужен, девчонки, помощник. Помощница, помощник, скорее всего, помощница, которая понимает, о чем я говорю, вернее, о чем идет речь в видео. Это, понятное дело, субтитры. И, ой, вот, смотрите, собор какой красивый. Это мы уже выходим туда, где к замку. Вот он, виден замок. Видите, сейчас там мы пройдемся. Это мы уже в этой охраняемой зоне. Вот. Субтитры, тут фантазия не нужна, тут просто технически прописать, о чем идет речь и подставить. Ну, это все, я же говорю, кто знаком с творческой студией, они все знают. Я вас сделаю администратором, вот, и описание, о чем речь идет в видео. В лучшем случае еще, чтобы вот эти расставить там тайм-коды. Все, вот такая вот административная работа, ну, чтобы человек имел представление о том, что, о чем идет речь в видео, да, и как это делается, чтобы я не объясняла, у меня сейчас нет времени кого-то учить, я хочу именно того, кто это умеет делать, вот. Возможно, кто-то у вас, из вас и работает администратором канала, так для него это вообще будет просто дополнительная, как бы, работа к тому, что он делает. Очень много сейчас так людей, как бы, работают. Поэтому, девчонки, смотрите, может, кто знакомый у вас, посоветуйте меня. Больших денег я платить не могу, я сразу говорю. Ну, в общем, цену мы обговорим. Вот. Попробуем месяц-два, а там посмотрим. Вот такое вот у меня предложение. Потом я хочу вот это попробовать. Потом, в идеале, я хочу, чтобы мне еще кто-то монтировал. И опять же, я хочу, чтобы мне монтировали...
Что касается монтажа, опять же, я хочу, девчонки, чтобы монтировали мне мои девочки, потому что, опять же, мы вместе работаем, как бы мои зрители, которые понимают, о чем я говорю, понимают мой стиль изложения, да, вот. Монтаж я тоже хочу, чтобы мне кто-то делал красивый. Кто умеет? Я не умею красиво, вот правда. Я делаю так, как могу, большего я не могу, потому что и учиться я не могу, потому что у меня времени не хватает. Я все время сижу, вот считаю, думаю, что следующее связать. То есть у меня одну вещь монтирую, вторую вяжу, третью обдумываю в голове. Ну, в общем, это у меня сложно, с моей головой очень сложно. Вот он, шикарный замок, девчонки, который охраняется ЮНЕСКО. Вот. Вот ценность этого города из-за замка. И при том, девчонки, он находится в центре города. Обычно замки находятся, да, отдельно. Вот первый раз я вижу, ну, не первый, вру, не первый. В Пордубицах еще есть замок. Тоже в центре города. Вот в Литомышле в центре города. Может, еще где-то есть. Ну, и в Праге, в принципе, это старый город этот в центре. Вот, очень красиво. Вот эти кирпичики все разные. Там сейчас я подожду, подойду поближе. И там все разные картинки на этих выцарапанных кирпичиках. Непонятно, из чего сделано. Вот я хочу на экскурсию, чтобы рассказали об этом замке. Я вот когда поеду туда в следующий раз, я обязательно схожу вовнутрь. Ну, сейчас было закрыто. Это было перед Новым годом, внутри все было закрыто. Вот, поэтому мы просто походили и ушли. Ну, 2 дня мы ходили, конечно, туда ходили. Я только первый снимала. Вот смотрите, это все выцарапано, это все так интересно сделано. Вот, это и не нарисовано, а именно на этих кирпичах выцарапано. И каждый рисуночек другой. Сейчас, конечно, его, возможно, не видно, но на каждом кирпиче другой рисунок. Вот такой вот замок. Вот. Ну и все, вроде бы сказала, что я хочу. Я думаю, несложно. Кому-то, я же говорю, кто-то может с ребенком. Это ж можно делать в телефоне, сидя с ребенком, либо кто-то на пенсии, либо у кого-то какая-то такая работа сидячая. Знаете, вы сидите там на вахтерше, допустим, я не говорю, я говорю допустим. И можете это делать. Ну и делать-то это не надо там целый день. Я же говорю, час-полтора в день. Вот. Вот, девчонки. Так, ну, я же оставлю вот это вот сад, заграда, огород. Я не знаю, как перевести, но типа, так, тут уже показываю город как бы с высоты, с этого сада. Ну, а это местная достопримечательность. Тут фонтан летом. А так как мы были зимой, то фонтана не было. Ну, вот с этими голыми тетями и дядями всегда все приходят и фоткаются. Может, это какое-то поверье. Но все обнимаются и фотографируются. Мы там уже дальше пошли в город. Еще одна часовня, церковь, костел. Не знаю. Так, в общем, мы просто прогулялись, я сейчас не экскурсию провожу, просто мы прогулялись с вами по городу, я вам рассказала, вот, ну, я опять уже там, откуда начиналась. Значит, донести я вам хотела только то, что мне нужен помощник, и я надеюсь, что он будет из числа моих подписчиков, потому что вы у меня умнички, разносторонние, и я уверена, что кто-то найдется. Номер телефона я оставлю под видео в описании, на который звонить мне не надо, девчонки, потому что выставлю это видео, когда я буду в клинике, да. Ну вот в мессенджер желательно со вторника, не в понедельник. Хотя, может быть, я буду и нормально так. Это я уже снимала фейерверк в городе из окна. Ну, это не считается как... Ну, это же Новый год, я же вам говорю. Здесь уже Новый год. Ну, все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока.